Здоровайся, здоровайся. Давай топорик, давай все. Давай, давай, давай. Тихо. Стой, топор. А топором не надо. Ну ладно, пошли, все, все дальше будет записываться на вот эту вот камеру. Это наше орудие пыток. Мы направляемся куда-то туда. Топор нам очистит дорогу от этих упырей. Лопаты мы их закопаем. Да. Клевая шапка. Мистер Ушанки. Так, будем байками травить пока. Короче, я тебе уже рассказал, как мы будем где снимать, короче. Ну да. Местность будет воспользована. Кстати, можно даже и на твоем участке, в принципе, снять. Просто я думал, как бы у меня, типа, ко мне заходишь. А. Ну, или, допустим, я к тебе. Тут, в принципе, важности нет такой там. Просто сама история, что была такая интересная. И там уже будет зона необычная, а такая. Представь себе, что совершенно другой мир. Там нет такого, что зона, даже, не, допустим, не просто зона, как вот сейчас настоящая, да? Там ни хера не охраняется, там заборов нету. А представь себе, что зона такая, которая там периметр настолько охраняется, то что это даже граница, это тьфу просто по сравнению с этой зоной. Не знаю, там танки, БТРы стоят. Вот, пулемет с автономией. Просто вот представь себе, вот что-то типа того. Чтобы атмосферно очень было. Ну это я читал из одной книги Сталкера, там такой вот был. Потому что там периметр прорвало. Ну, да. Чисто все описывается. Топорик классный. Ну мы сегодня развлечемся. Нет, кстати, топорик это специально томагам. Да? Швырять можно. Если стоит там упыри, завалим их. У меня тут, кстати, я кожаную куртку недавно купил. Теперь я точно сталкер, бандит, блин. Знаешь, что так? Ну, смысл такой, только она как бы нормально обтягивающая. Ну, не обтягивающая, как бы. Ну, по размеру мне, вот. Прикольная курточка. Не, просто, говорю, теперь мне осталось, как у одного парниши, перчатки купить. Я тебе потом видео с телефона покажу. Он это, постоянно в перчатках ходит. Он даже дома в перчатках. У него сменные перчатки есть, себе представляешь? Ну-ка, пока не рюкзачок. Да это... Охрененный. Да не, вот такой бы только побольше. Так у меня гигантский лежит, помнишь? Не, у меня, кстати, где-то в гараже валяется там армейский такой есть. Ну, на одной лямочке, которая... Однолямочный. Ну да. Лям, именно лям. Говорит, стой, лям туда лям. Лезет, да, и лезет туда лям. Да, тут лесопилка. Блин, я еще то видео не смонтировал, я вообще к тому видео не этот. Давай я смонтирую сетку. А знаешь, что я думаю? Я знаешь, что хочу? Ну. Тупо вот эти все видео соединить. Ну представьте, что будет несколько частей. Твою мать! Несколько частей путешествия будет вот этот момент. Ну, представьте хронологию, типа зима, серия 1, зима. Там будет все про зиму, как мы катаемся, все просто. Ну, документальный типа, знаешь, фильм. Вот на даче. Ну, типа того, да. С участием Unreal Engine. Как это у тебя там ВКонтакте написано? Деятельность создания мегакорпорации Unreal. Ну да. Ну конечно, так я себя пытаюсь создать. О! Надеюсь, камера уловила, потому что я просто не понимаю. Так. Разбить. Стой, стой, стой! Стой! Не-не-не-не! Я тебя понял. Стой. Вся мина обезврежена. Вот, собственно, в такой жиже мы и живем на даче. Делянку? Наша так называется, деревья. Ага. Ты же помнишь, у нас тут где-то трампик был для велосипеда? Кстати, я знаю. Конец света, зараза, так и не случился. Я, блядь, не провалился. Бля, иду такой, как нога уходит. О! Чё? 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 Запчасти. А, колесо. Колесный квадрик. Мы, кстати, не объяснили нашим зрителям, куда мы идем. Мы расскажи. Идем строить плотину, так сказать, у нас будет опытный проект, как бы мини гидроэлектростанция, поскольку
когда мы ходим в лес, то есть строить шалаш, допустим, то там нам нужны электроинструменты. А как вы знаете, все изготавливается в Китае. И эти падлы никак не научатся делать нормальные аккумуляторы для этих инструментов. И, соответственно, бля, пока ты домой дойдешь туда-сюда, ты уже жмуром станешь. Пока ты зарядишь. Кстати, посмотри, вот это, по-моему, плотина, что ли. Что-то, посмотри, как на плотину. Нет, ты посмотри, как оно на плотину похоже, охренеть. Ягу, в Тверской области не такое встретишь. Я не удивлюсь, если мы тут в куче труп человеческий найдем. Нет, в Тверской области, да. Вот одно озеро Селигер что стоит. Это хуйня водится в ней. Да. А, ну-ка, смотри, типа лесоповал на болотах. Просто. Ну, просто, типа. Да, убись! А знаешь, что это? Звук записать потом. Типа. А, как раз, кстати, покажу, как правильно рубить деревья, если вы не знаете. Ни в коем случае не рубите вот так прямо. Бессмысленно. Рубите вот так. Короче, проще говоря, поперек волокон не рубите. Да, вот так рубите его. И вот так продолжайте, в общем, вот. Как вот тут. Ладно, а мы пойдем дальше. Да, нам, в общем, вот туда идти. Ну, нам, вообще, нам, в принципе, прямо идти, но там, блядь. Засосало по самые помидоры. Я такой, нам идти туда и поехал. Не, ну, нам вообще вот по какой-то из этой улиц можно пройти, срезать. Ну, там... Знаешь, лучше пошли по дороге. Да, я тебе просто по дороге. Показать. Я бы как украинец стал говорить, по дороге, по дороге. А как это, кто там на Украине Андрей записывал? А, видел? Да? Это Богдан. Меня это просто убило. Меня больше убило третий черновый след. Ага. Или там какой след? А, так это Богдан записывал. Я смотрел там. Мы идем по дороге, встретим след. Мы пришли, смотрите, след. Видел у нас парниша в группе это видео сделал про нас. А, бля, я думаю, что за нахрен там. У парниша там в ютубе подписчиков 4 штуки. Я думал, там вообще, ну, какой-нибудь там обзорчик групп. Ну, такой, что прям. Да это просто, типа, фанат. Типа. Реклама. Ну да. Не, самый смешной, знаешь, что? Не, он все там нормально говорил, да, я ничего не понял. Я говорю, знаешь, про что самое смешное? А это создатель Богдан. Ну, он как бы украинец, по-моему, да, с Украины. Не, просто чисто смешно, так и имя сказано было. Богдан. Я просто валяюсь до сих пор. Кстати, на свадьбу еще ездил. Ну да, того. Ахмут он. Да, заключен. Ну да. Знаешь, как паршиво было после свадьбы? А? Паршиво, говорю, после свадьбы было, а? Тебе? Да. Нет. А, что, не, я немного, но не из-за этого. Хотя, может, из-за этого, но я в основном много не пил. Паршиво? Да. Пуши, я там настолько угорал, и под наставил, мы танцевали еще. А он, кстати, же этот ПСА, и он же новый этот трек выпустил. Да, я видел. Джентльмен, да. Да, я что-то смотрел там у него. Кстати, вот на канале до хера просмотров. В ютубе такая лажа, то есть, ну, делают нормальные видео, да? А потом говно. А потом уже последующее говно, то есть, снимают видео, там, по 4, по 5, по 10 миллионов просмотров за 2 или даже больше. Да. А потом второе видео тоже хочется, наверное, сделать популярное, но... Ну, говно. А потому что это как этот... Как людям понравится. Потому что иногда может. Ты можешь 10 треков сделать, а только один там офигенный будет, и всем может понравиться. Сейчас не надо, там жестко. Ну, снят на первом концерте, там типа чувачек от бандитов убегает. А, тоже видел. Типа там они сделали. Я знаю, типа там собаку он выкидывает, да? Слышь, а ты заметил ее? Я даже паузу специально поставил. Там знаешь, в чем прикол? Там так сделано, то что он собаку как бы раз так, а следующий кадр он уже плюшевый что-то кидает. Ну, блин, понятно, что он что не будет живую кидать. Не, на самом деле эффекты там очень хорошо сделаны. Я вот что как раз и хочу тоже кстати, сделать. Там еще вот в группе вот этой, ну. Которую снимал, там ВКонтакте нашел. А сколько у них участников? Там 4000, но это группа, короче, Show Yourself. Они снимали видео, там типа чувачки на эту башню Москву-Сити забрались и прыгнули оттуда с парашютами. А, да, ну я знаю. Вот, и у них типа
Есть знакомый вот этот вот Biting Elbow, как так называется. Вот, и там, короче, я порезал, начал видео, типа неудавшийся кадр. Типа там же мужик, когда, ну, вокруг собаку выбросил, он после этого, короче, этим шаром от бильярда, короче, в другого. Ну да. Ебашь. А он тут, короче, так зарядил, что того чуть не вырубил. То есть там, честно, настолько натурально получилось. Это, блядь, свалился после этого. Надо пустой был шар кидать. Ну а он, походу, не тот. Надо было два пустых класть, дурачье. Не, знаешь, что там самое интересное? Они использовали то, что мы хотели использовать, только нам пока камера не позволяет. Ну а нет, его вот смотри. На GoPro 3 колени. Не, это да, нет, я говорю не про то еще, вот, смотри. Смотри, метки, где лес, похоже, будет рубить. Ну это да, еще зимой было. Смотри, я знаешь, что говорю? То, что они использовали там такую технологию, что этот, как бы это сказать-то. Знаешь зеленый экран? А, да, знаю. Смотри, там вот эти все моменты, когда он летит, падает, они сняты отдельно, а руки сняты отдельно на зеленом экране. То есть мы хотели так, у нас даже зеленый экран есть, но у нас минус в том, то, что я говорю, на эти камеры она хреново, она не вылавливает. Как бы там помехи вот эти, там было бы очень видно паршиво. То есть я говорю, у нас использовали нашу идею. Ну они не знали, что. Ну не, ну я говорю, значит догадай. Ну я просто то, что профессионалу сразу понятно, что они используют, это прикольно. Так, сейчас мы входим в зону активного действия кабанчика. Да. Кстати, вот эти падлы, там еще кучман вложили. Кстати, знаешь, что говорю? То, что прикол в том, то, что вот в том вот этом видео не объясняется, что происходит. Просто тупо представь себе, ни слова, ни имени, просто типа тупо удирает. Ну так это под музыкальный трек, это что-то. Да. А, мне значит пора было. Ты видел, сколько там человек участвовал? Ну, там херово. Ну да. У нас бы с таким количеством именно участников в видео, думаю, тоже было прикольно. Они, самое главное, еще и на заводе это снимали. На каком? Ну не знаю, но это на заводе все было снято. На заводе? Да. Не знаю. Я видел то, что там на Ходынском поле, по-моему, где самолеты они прыгали. А, там они частями, они на Ходынке, в горах сняли. Да, ну вот в горах вот прикольно. Ну только, знаешь, как-то бредово. Там, ну смотри, сюжета не описали, что произошло. Именно чисто вот что, гигантский просчет просто. Потом сюжет, по новостям же показывали этот трек, он в видео. Ага. Там вот по новостям объяснили, что к чему. Там типа, чувачок разработал. Вот это вот типа эти там, как всегда, блядь, злые подонки его забрали. Да. Вот, и он там начинает. Вообще по тропе. Пошли. Ладно, я пока запись прекращаю.